Здравствуйте. Это проект «Университетские субботы. Литературный институт имени Горького». Я Мария Владимировна Жданова, преподаватель кафедры художественного перевода. Рада пригласить всех вас на свою лекцию. Она состоится 31 октября в 12 часов онлайн. Эта лекция посвящена 75-летию Великой Победы в Отечественной войне 41-45 годов, но не историческим событиям, а их отражению в отечественном кинематографе. И школьники старших классов, и их родители, безусловно, заинтересованы в том, чтобы увидеть самые трогательные, самые интересные, самые увлекательные фрагменты из фильмов, которые будут сопровождать эту лекцию. Для того, чтобы попасть на нее, нужно зарегистрироваться. Я жду вас всех.